Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы, разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. С Богом. На молитву! Головные уборы долой! Господи, Боже сил! Боже спасения нашего! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои! И человеколюбно услыши и помилуй нас. Себо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш. И избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил их. Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои. Под державою Твоею всегда храни. Ныне и присно, и во веки веков. Стоп! Приготовиться к реверсу. Мина по левому борту! Мина. Спокойно, господа. Господи помилуй. Немец вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Обошли меня. Слава тебе, Господи. Все, конец, Жутин. Прощайте, братцы. Сейчас у нас прикончит. Сергей Николаевич, отдайте приказ экипаж к бою. Есть. Шли, домой идем, господа.